Детская больница получила в дар новую современную технику. Такой больше в Латвии нет. Правда, больницы понимают, полагаться только на меценатов неправильно. Яна Рубинчик с подробностями. Изображение сердца на эхокардиографе действительно напоминает марку популярного автомобиля. Новый современный аппарат позволяет максимально приблизить изображение. Это особенно важно, когда обследуется сердечко размером с рисовое зернышко. Когда мы смотрим беременных, мы исследуем структуры сердцеплода. Это очень важно знать в очень раннем сроке беременности, какая патология, что нуждается дополнительно делать. В Латвии примерно 1% детей появляются на свет с пороками сердца. Именно этот диагноз – одна из главных причин детской смертности. Качественное исследование еще на стадии беременности позволяет как можно раньше выбрать необходимую терапию. Прежняя аппаратура прослужила более 10 лет. Она устарела и постоянно давала сбои. Новый эхокардиограф обошелся 125 тысяч евро. Его удалось купить благодаря финансовой поддержке двух фондов – Петра Авина и Ретуму банка. Еще 65 тысяч евро меценаты направили на покупку машины для парентерального приготовления смесей. Раньше все это делали медсестры своими руками или в аптеке работник. Все это смешивало своими руками. Когда вот он от флакона лекарства втягивал в шприцах нужное количество и перенес на мешков. Да. Все это была физическая трудовая работа, которая... И требовалось много времени, люди уставали. Теперь все происходит автоматически. Персонал лишь следит за процессом. При помощи этого аппарата готовит смеси, состоящие из лекарств и витаминов. Их вводят через вену детям, которых невозможно кормить через рот или зонд. Такое устройство в Латвии есть только в детской больнице. Я очень благодарен спонсорам и очень-очень... уже я говорил об этой ситуации, но так, если смотреть долгосрочно... Ну, конечно, это не модель, которая может работать бесконечно. Детская больница надеется, что Минздраву удастся разработать разумную модель финансирования университетских больниц. Яна Рубинчик, Валтер Залыч, Латвийское телевидение.